Всем привет, вы на канале Кулига Мастер. Сегодня мы поиграем, точнее я поиграю в Brawl Stars. Тут у меня много всяких режимов, 4 режима, то есть зажетоны вот такие, которые на большой ячке. Сначала пойдем в штольню. Так, ну в штольню тогда мы берем розу. Погнали в штольню за розу. То есть, да. Так, ну сейчас задача, наверное, не знаю. Это третья часть. Скоро окончание года, можете меня поздравить, да, 15 мая. В общем, да, пишите, хотите ли вы, ну, наверное, будет, конечно, но пишите, если вы хотите прямой эфир со сборки, ну, короче, того тягача из Хана Соло, который такой белый корабль был, помните, да? Если вы хотите сборку на стриме, как у Шира, ну, без донатов, конечно. Вот. И, короче, то тогда ставьте лайки, наберем 25 лайков, и, соответственно, выйдет, будет, в общем, стрим, прямой эфир. Я уже пытался запустить его, у меня не получилось, но... Ну, получилось, но меня забанили. Два этих прямых эфира, и оба на них кинули страйки. Вот. Так, сейчас закрыть. Ну, в принципе, первое место у нас в кармане, наверное. 7 банок, все-таки это много. Так. Смотрите, рикошет очень наив. Нет. Ну, ладно. Нормально. В принципе, выживаем пока. Так, давайте, не знаю. Держанка. Так, не знаю, крысить ли Дэрила. Можно мне не мешать, пожалуйста? Просто тут... ладно, не важно. Короче. Так, ну, наверное, топ-1, да? Ну все, короче, поняли, да, топ-1. Или нет, не топ-1. Нет. Ладно, топ-2 нормально. Плюс 8 кубков, 691 кубок. Ну, в принципе, норм. Так, плюс 56 жетонов. Откроем ящик? Нет. Ладно, пошли в Бралбол. Берем, наверное, не знаю, ну, Фрэнка. Погнали за Фрэнка. За Фрэнка, в принципе, нормально играть в Бралбол. Хотя, ну да, он для этого и создан. Как бы, в общем, встанет там. Так, ну... То есть набил ульту, и ты, короче, король. Так, кинули мяч, сейчас их разносим, наверное, да? Да, джеки, блин. О, у нас уже у всех меньше 1000 хб, так. Вот это, понимаю, опасно немного. И вот это вот, да. Ультую. Подождите, я не туда что-то ультанул, мне кажется. Да, блин, я не успел. Все, нам забили, мы просрали. Да я играть вообще не умею, на самом деле. Я нубло, я доначил, я все кубки купил. Вот. Все, короче. Я купил на Авито, короче, раскрутку аккаунта Brawl Stars, в общем. И это все куплено, поэтому я играть не умею. Вообще в жизни не играл в Brawl Stars. Это первая моя катка, поэтому не судите строго, вот. Забивай ты. Ультануть, что ли, не можешь? Забили. Леви Прухам. Сейчас ультанем просто. Я слышу. Ну, это топ-1, да. Наверное. Ну, не топ-1, короче, выигрыш. Что? Я не понял сейчас, это что? Забей. Давай. 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 Ну, блин, ну, ладно. Подождите, 1-1, да, пока 1-1. Наверное, нам дополнительное время, и мы проиграем.
Застанили. Так, этого примата тоже. Так, забрали мяч. Так, сейчас я ультану или не ультану, да-да. Так, блин. Давай, давай, забивай, забивай. Ее, топ-1, ну профессионал, да, я давно играю, я все кубки сам апал. Так, 541, ну нормально, сейчас откроем ящики. Ящик один. Надеюсь, лего, мне прям кажется, что лего выпадет. Да, блин, лего не падает. Ну капец, у меня лего не падает никогда вообще в жизни. То есть, смотрите, у меня шанс на лего 0-0... 0-0-9! У меня уже 0-1 почти шанс. В смысле? Это когда у меня было, по-моему, 0-0-3? Ну, ладно. В принципе, время быстро идет, конечно, да. Ладно, берем справа в захват. Сейчас затащим каточку. Вот, и... продолжаем играть. Так. Чё стоим-то? Блин, чё тиммейт тут стоит? Так, закрыли им проход. Короче, это Биби выносим сейчас. Ну, вы не вынести, давайте. Выносите, в смысле. Так, сейчас, смотрите, закончится эта штучка. Ставим новую. Ну, это просто справа имбища. И имба вообще просто. Имба, имба, имба. Ставим новую. Что? Я не заметил, как меня убили. Я просто отвлекся. Так, и пацанам нужно помогать этим. Так, 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 пацаны, 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 пацаны. Не стой, не, да зачем она пошла, дура, что ли? Ой, капец, просто. Так, подождите, ну мы же должны затащить, да? Блин, он не... Биби не мог убить. И тут, блин... Ну, это Биби тупая у нас. Честно, у нее было 8 этих кристаллов. И нахрена вообще пошла на мид сражаться с битом, блин. Вот сейчас не надо идти никуда. Нужно стоять просто... на миду и захватывать мид. Ой, да я ничего не сделаю. Да убить его, убить, 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 убить. Да помогите вы мне. Ох, блин. Главное, чтобы эта Биби не сдохла. Да ты хоть не сдохни, ты иди сюда. Сюда иди. Стой здесь, блин. Так. Тащим пока. Тащим пока. Ты что ты делаешь? Капец просто. Ладно, нормально. Плюс 8 кубков. Так, звездный жетон. Победа 20 этих. Ну, 40 жетонов дали. Фух, так, нам еще сколько осталось, получается? Еще 30 жетончиков, ну, давайте, ну, что ли, пойдем, наверное, за... Фух, так, ну, за кого можно поиграть? Ну, что ли, у меня что, була нет? А, вот был. Так, скоро добавят скин на була, я как раз его заберу. Это, наверное, сегодня или завтра. 13 или 14 мая, обнова будет, вот 14 мая вроде. Надеюсь, конечно же, что сегодня. Так. А у меня не 10-я, что сила, что ли, был? Нет, у меня какой? 8-й, что ли? 7-й, 8-й, по-моему. Так, две банки уже. Интересно, мне страшна Шелли? Значит, сейчас эти столкнутся там. Тут у нас Шелли, да? Так, Шелли убили. Матрас тут. Матрас, матрас, матрас. Я убегаю. Фух, ну неплохо. Так, у меня 8-я сила, да, на буле? Так. Фух, давай-давай-давай, тим-тим-тим-тим-тим. Так, ну,
21 ранг, или какой не 20-й. 21 ранг очень, ну, не самый лучший для... Смотрите, на нас сейчас будет эта штучка. Не лучший ранг для тиминга. Вот скажу честно, но... Блин, я ни разу, что ли, ни в кого не стрелял, или я уже... А, я ульту уже использовал. Так. Че, он посмотрел? Это, хотел у меня выстрелить. Так. Ой. Шелли. Тихо, иди сюда, там Шелли. Опа-на, так-так. Тут крысобул, да? Крысобул. Это, короче, нужно порешать. Тихо, пацанов тут. Так, ты заходи туда, да, я так понял. Ты заходишь туда. Так, у меня этот гаджет, короче. Я все гаджеты покупал за эти монеты. Ну, почти все. Да там, блин, Шили, поищу Шили, она там безбаночная. Блин, ну, там Шили. Туда иди. Да ты, на меня-то почему? Ой, прикинь, блин, ладно, я надеялся, что Биби выиграет. Ну, ладно, нормально. Так, да тут жетоны. 22 и умножить... Ну, 2.44, так, лего. Почему нет лего? Три гема? 29, так. Давайте гейм... Ой, ограбление. Так. Как он... А. Ограбление, ну, наверное, динамайк. Нет. Спраут. Ну, у меня почти все персоны... Ну, да, почти все персоны на 20-м и выше. То есть 21-й, там 24-й. Ну, Роза, да, только на 24-й. Вот жалко, у меня не получилось на 25-й апнуть никого. Ну, я Розу пытался, да. Но я уже не успею, и у меня бомбануло, я слил тогда. А, давайте, это не последняя катка, я вам покажу еще, что у меня добавилось. А, вот, во-первых, Спраут добавился, я его купил тоже. С последней катки, то есть, вы помните. Ой, давай бомбить их этот... Они нам немного бомбят. У нас... Мы им больше разносим, да, или нет? Мы же им больше пока разнесли. Мы же больше разнесли, да? Мы больше разносим, нет? Я пошел пока защищать или... Не надо защищать пока. Ой, я сдох. Так, подождите, 53... У них 53%, у нас 38%. Кто это вообще кинул? А, Барлей. Ты, блин, Барлей, что ли, убить не можешь? Вот так вот, смотрите, сделаем. Вот так вот. Давай. А, ладно, мы проиграли. Ну, пейте, 25% у них осталось. 25, 20, 20, 20, 19, до 18. 2,6% осталось, я иду уже. Я уже иду. Топ-1. Великолепно, да. Точнее, мы победили, а не топ-1. Ну да, топ-1, короче. Звездный жетон собрали. Так. Фух. Так, смотрите. У меня добавился с прошлого видоса. Спраут. Потом что? Джеки вроде. Что, Денис? Джеки. Вот. Так, Джеки добавилась. Или она была у меня, или добавилась. Хорусбо, то есть, вот. Чё, ты чё, смотрел мою игру? Ладно, погнали. Так, надеюсь. Денис, кто это такой? Так, чё он печатает? Или у него кубков не хватает? Хватает. Так.
Что, ты готов? Я беру тогда... Нет, не карту. Блин, мы с ним проиграем. Ну, ладно, беру мистера Пи. Так, предложить бойца. А, мы на что ли не пойдем? Ну, я тогда... Он тогда пусть берет Була, а я беру Розу. Все, погнали. Ну, я понимаю, что он дубасик, и что мы далеко не уйдем. Ну, хотя бы как-то с подписчиками поиграем, или я не знаю, кто это. Ладно. Так, Денис. Надеюсь, это твой твинк, да? Блин, мне кажется, он нубас. Чё он так ходит? Крутиться хоть умеешь? Крутиться не умеет, понятно. Так, банки собирать не умеет, играть тоже, наверное, не умеет. Ну, по крайней мере, ходить умеет. Или плохо ходит, не знаю, на чем он играет вообще. Прикиньте, он на эмуляторе играет. На компе на эмуляторе играет. Так, ну тут нужно крысить. Ой, да ты куда идешь-то? Кого ты крысишь, блин? Тут нужно уходить, пацаны. Нужно уходить, нужно уходить. Опа-на. Так, там же кто-то стоит. Так, ты, подожди, добывай банки эти. Ты забирай их. Так, так, о, блин. Ой, блин, минус 9, капец. Или сколько там минус? Нет, я с этим нублом играть не буду. Извини, минус 8. Блин. Блин, ты играть не умеешь. Так, пошли... Бравл. Блин, нет. Ладно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем удачи и всем пока.